Бродячая угроза. В Абакане собаки напали на двоих детей. Места на расхват. Абаканские предприниматели делят торговые площади в новом крытом павильоне рынка. В громком деле об убийстве Артема Карлышева появился первый подозреваемый. Это бывший член спортивного клуба «Реформация» Юрий Дударев. Сегодня суд Абакана арестовал Дударева на 1,5 месяца, пока длится предварительное следствие. Сам подозреваемый свою причастность к убийству Карлышева не признает. Предварительным следствием установлено, что в ходе драки около киноцентра «Наутилус» обвиняемый нанес Артему Карлышеву несколько ударов ногами в область шеи и предплечья, что впоследствии повлекло его смерть. Напомним, конфликт молодых людей случился еще в мае. Изначально следователи не заводили уголовное дело, ссылаясь на отсутствие признаков преступления. Однако близкие погибшего утверждали обратное, даже провели протестный митинг. В итоге следствие сдвинулось. Расследование по особо важным делам, пока я, конечно, ребята молодцы, честно работу делают. Дальше еще пока выводов никаких. Но что раньше было, то вы видели. На контроле и у Каневских, это у руководителя, у контроля у Виктора Михайловича лично. Так что думаю, что все-таки, наверное, будет справедливость. Страсти вокруг закрытия рудника в Абазине утихают. Напомним, в начале недели стало известно, руководство Евразруды отвергло предложение республиканских властей о передаче Хакасии убыточных филиалов. Предварительная договоренность об этом была достигнута в августе. На заявление руководства компании власти республики отреагировали сегодня. Из зала заседания правительства Константин Кравцов. Слухи о закрытии рудника в Абазе ходят уже давно, однако по-настоящему страшно людям стало этой осенью. Накануне Евразруда закрыла один из участков предприятия, сократив около 100 человек. И это, похоже, только начало. По заявлению бизнесменов, вести разведку ископаемых холдинг не намерен. И вот сегодня наступил момент, когда руды осталось на 1,5 года, готовой к выемке. И мы сегодня, когда делаем годовое планирование 2014 года, прекрасно понимаем, что на 2014 год нам никаких подготовительных работ не планируют, которые бы обеспечили развитие нашего предприятия. Естественно, в общем-то, уже открытым текстом сказали, что через 1,5 года рудник будем закрывать. Закрытие рудника влечет для города социальный коллапс. Без преувеличения, жизнь большей части населения зависит от этого предприятия. Затопление шахты потянет на дно и другие городские объекты, ведь все взаимосвязано. Бетонный завод, автомобилисты, Абазаэнерго, механические цеха, железнодорожники – все потеряют вот эту работу. Город потеряет налоги, которые поступают с этих предприятий. Власти республики на выпад Евраза отреагировали молниеносно и категорично. Стоит отметить, Виктору Зимину пришлось вникать и в дела Тюйского рудника, который точно так же лихорадит от угрозы ликвидации. Сегодня глава республики озвучил оптимистичные данные. Могу ответственно заявить, что никаких революций там не будет. Два рудника будут работать, как работа. Потому что с руководством компании Евраз соглашение достигнут. А вот руководитель на месте тут, Новокузнецкий, почему-то кипят. Впрочем, даже если Евраз покинет Хакасию, пути решения есть. Один из вариантов – объединить предприятия в Абазе и Тёй с кемеровской обогатительной фабрикой «Мундыбаш». Этот союз обеспечит весь технологический цикл – от добычи руды до ее реализации. Константин Кравцов, Антон Михайлов, «Вести Хакасия». Дополнительный 1 миллиард рублей поступил в Хакасию из федерального бюджета. Поэтому сегодня на заседании Президиума Верховного Совета депутаты уточнили параметры республиканского бюджета на 2013 год. В частности, со следующего года в муниципалитетах должны быть созданы дорожные фонды. На их формирование будет направлено до 10% акцизов от бензина и моторного топлива, зачисляемых в бюджет Хакасии. А это более 60 миллионов рублей. Министр финансов Юрий Лапшин рассказал также о дополнительных вливаниях из федерального бюджета и связанной с этим корректировкой республиканского бюджета. Доходы республиканского бюджета предлагается увеличить на 1 миллиард 1 миллион рублей. Сразу скажу, это сольдированный результат, так как по некоторым направлениям безвозмездные поступления с федерального бюджета были увеличены, а по другим сокращены. Рост доходной части республиканского бюджета произошел по следующим основным направлениям. Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на частичную компенсацию расходов по повышению заработной платы в связи с выполнением майских указов президента Российской Федерации – 189 миллионов рублей.
На развитие отраслей сельского хозяйства там по разным направлениям субсидий 93 миллиона рублей. Доходы республиканского бюджета 2013 года превысят 19 миллиардов рублей. Но расходы еще выше. Дефицит составит 3,5 миллиарда. Поэтому в целях экономии правительство предложило не индексировать некоторые социальные выплаты. Речь идет о пособиях на ребенка, о выплатах на детей-сирот и доплату к пенсии бывшим госслужащим Хакасии. В Минфине рассчитывают сэкономить 144 миллиона рублей. Мясная продукция на прилавках Хакасии может быть опасной для здоровья. Республиканские ветинспекторы признают нарушения сплошь и рядом. Зараженное мясо все чаще выявляют во время рейдов. Один из них прошел сегодня утром. Проверяли абаканские торговые точки. Результаты неутешительные. Этот мужчина привез полтонны свинины и говядины из ширинской деревни Ворота. Мясо сложено навалом в грязном прицепе, накрыто таким же брезентом. Ни о какой стерильности речи нет. Да и вообще, по правилам, такую даль туши нужно везти в спецфургоне на подвесе. Справка от ветеринара у перекупщика все же на руках. Но, как оказалось, ширинский специалист выполнил свою работу кое-как. Голова свиньи не проверена, а в ней могут очутиться паразиты и вирусы, в том числе сибирские. Язва. Делая повторную экспертизу, выявляем очень большое количество нарушений. И фенос находим, и микроцеллюлоз, и фасциолез, и эхинококкоз. То есть много чего заявлений. Бракуем мясо, и хряк попадается. Поэтому мы все тут перевариваем, пережариваем. Перекупщик сетует, оформить все по правилам помешала спешка. Какая-то женщина прибегала, что корова у ее рожает, и его вызвал быстренько, чтобы он как по торопясь убежал туда, и все, уж я не знаю, ничего такого. Мясо сдали на экспертизу тут же на рынке. Всего через 15 минут анализ готов. Ширинское мясо попадает на прилавки. Срезы сделали, просмотрели, фин не нашли, заболеваний никаких нет, потому что чистые лимфатические все узлы. Это мясо заклинится. А это уже другая точка на базе Веста. Этот парной свежачок привез фермер только что. Документов от ветеринара вообще нет. Штраф за нарушение 3000. Мясо говядины перевозилось без ветеринарных сопроводительных документов. Направлялось для реализации в мясные лавки города Абакана. Значит, данное мясо поставлено на арест. Нарушитель привлечен к ответственности. Выдано предписание о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы. Ветврачи констатируют, все больше зараженного мяса попадает к ним на проверку. Чаще говядина и свинина заражены личинками бычьего цепня. Какую приправу мы съедим вместе с мясом, зависит от нас самих. Специалисты рекомендуют при покупке проверять в торговых точках документы на мясную продукцию. Константин Кравцов, Виктор Буров, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Объявленная накануне в розыск 15-летняя жительница Абакана нашлась. Напомню, Маяна Торокова пропала еще 10 ноября. На поиски были брошены все силы полиции. Отрабатывали знакомых, в семье друга ее и нашли. Как выяснилось, из дома девочка ушла, боясь наказания за то, что потеряла дорогой телефон. С подростком провели профилактическую беседу. Накажут и мать за неисполнение родительских обязанностей. В полицию она обратилась лишь спустя двое суток после пропажи ребенка. Бродячие собаки сегодня дважды напали на детей возле школы в микрорайоне Южный Абакана. Первой жертвой стал первоклассник. Он возвращался со школы. Собака сильно покусала ребенка. Крики мальчика услышали прохожие. Они же отогнали животное и вызвали скорую. Позже в этом же районе пострадала второклассница. У девочки повреждена рука. Оба ребенка доставлены в детскую городскую больницу. В селе Матур Таштыбского района погиб 14-летний мальчик. Виной стал алкоголь и минусовая температура на улице. Употребив вместе с другом пиво и коктейль, подросток не смог самостоятельно добраться до дома. Дотащиться бутыльника у его сверстника сил не хватило. Оставив приятеля на улице, он обратился за помощью к односельчанину. Однако из-за наступившей темноты мужчина и мальчик не нашли на улице подростка и решили, что он ушел домой самостоятельно. На утро родные начали поиски школьника, нашли его на болоте без признаков жизни. Экспертиза показала, подросток умер от переохлаждения. Одно из абаканских кафе разом лишилось всей бытовой техники и мебели. Имущество арестовали и вывезли судебные приставы. Силовики нагрянули в блинную неподалеку от госуниверситета, неожиданно для работников. За самим кафе задолженности не числится. Однако владелец квартиры, в которой находится общепит, задолжал более 150 тысяч рублей. Это платежи в налоговые органы, пенсионный фонд и долги физическим лицам. Люди в форме описали и арестовали столы, стулья и все кухонное оборудование.
Положение ареста на имущество должник в данном помещении отсутствовал. Соответственно, все арестованное имущество было изъято и передано на ответственное хранение представителю Росимущества, поверенному. Это компания «Ресурсы Хакасии». В то же время у должника есть еще время, чтобы, скажем так, не лишиться данного имущества. То есть для этого достаточно оплатить всю сумму задолженности, да, и не доводить, скажем так, ситуацию до реализации имущества. Абаканский рынок готовит проект нового торгового павильона на 500 мест. А открытие первого корпуса с хакасским названием «Пайзан красивый» ожидается уже в ближайшее время. Здесь распределяют торговые площади по аукциону. На некоторые места цену предприниматели подняли в десятки раз. Елена Крылова узнала, почем сегодня бизнес в красивом павильоне. Победителем по 15-му лоту у нас признается участник под номером 1. Цена данного участника 35 тысяч 100 рублей. Торговое место ушло с молотка за сумму вдвое больше стартовой. Сегодня второй день аукциона. Из 44 мест продано 14. Начальная цена по некоторым местам возрастает в 10 раз. Максимальная стоимость за право заключения договора предоставления торгового места достигла по одному лоту 550 тысяч рублей. Но ажиотаж коснулся только месту входа. На остальные бывает по одной заявке. Уже 4 площадки проданы по стартовой цене 3000 рублей за метр. И это только право аренды. А она здесь вдвое больше уличной. Нравится, а что толку? Потому что там аренда такая огромная. Не обработаем ничего, поэтому... Ничего больше сказать не могу. Площади маленькие. Ну что там 6 квадратов? Вот как даже в 6 квадратах разместиться? Элементарно даже стойки даже поставить, стеллажи. Но мы не стремились туда за теплом. Уже за столько лет уже привыкшие на улице стоят. Пайзан в Хакасии – первая ласточка. Уличная торговля уходит в историю. Закон вступил в силу в начале года. Перестраиваться сложно и дорого. Новый комплекс обошелся в 30 миллионов рублей. Первая, которая начала стройку, она потом ее бросила. Потом вторая компания, тоже красноярская. Мы строили, конечно, больше года. Хотя, если вот так по-хорошему, то это строительство, ну, нормально, то это 3 месяца. Вот работы шли. Как только первый предприниматель пожелает начать торговлю, двери Пайзана откроют. Купить здесь можно будет все, кроме еды и венков. На этом аукционе администрация Абакана планирует заработать более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Но это только прогнозы, потому как то, что происходит сейчас, только первый этап аукциона. Дальше ждет второй, и все зависит от того, насколько будет велик ажиотаж. Елена Крылова, Антон Михайлов, «Вести Хакасия». 5 многодетных семей получили сегодня микроавтобусы. Вручение ключей от новеньких иномарок прошло на Первомайской площади. Счастливыми обладателями автомобилей стали семьи из Абакана, Аскисского района и Черногорска. Общая стоимость техники – 5,5 миллионов рублей. Напомним, такая мера социальной поддержки многодетных действует в республике с 2011 года. С тех пор каждый год семьи, в которых воспитывается 7 и более детей, становятся по-настоящему мобильными. Ну, мы очень рады. Машина хорошая. Будем ездить на отдых, будем с семьей везде ездить. Вместимся. Машина большая. Очень понравилось, хорошо. Понемножку всех возили, сейчас там всех повезем. Кларнет, который лично слушала королева Великобритании Елизавета II, зазвучит в Хакасии. В Абакан впервые приехал лауреат многочисленных международных фестивалей, кларнетист Игорь Федоров. Музыкант объехал с выступлениями уже полсвета и работал с мировыми звездами, такими как Мстислав Ростропович, Юрий Башмет, Денис Мацуев и другие. Сегодня критики всего мира в один голос говорят о его виртуозном исполнении. Отмечают и оригинальную интерпретацию известных музыкальных произведений. В репертуаре музыканта произведения разных стилей, эпох и направлений, от высокой классики до джаза. На концерте кларнет будет звучать сольно, что редко бывает. Кстати, чтобы научиться по-настоящему на нем играть, понадобится лет 20. Услышать трепетное звучание кларнета можно будет уже завтра в Республиканской филармонии. Абсолютно для всех я буду играть. То есть это могут быть и маленькие дети, им будет тоже интересно. Вот, это может быть абсолютно. Я бы написал 2+. Так или там, да, у нас сейчас пишется, от какого возраста, вот я написал 2+.
Так что все приходите, получите большое удовольствие, я надеюсь. Я очень постараюсь для этого. И мы будем делать музыку вместе. Сделано в Хакасии. Сегодня в Абакане открылась первая республиканская выставка товаров и услуг. Среди организаторов правительства Хакасии, Министерство экономики и Республиканский центр поддержки предпринимательства. В течение 3 дней все желающие могут познакомиться с продукцией, которую представляют фирмы и предприниматели республики. По замыслу организаторов, на выставке представлен весь спектр товаров и услуг, производимых в Хакасии, от одежды и товаров для дома до продукции масс-медиа. На открытии экспозиции побывали министры республиканского правительства. Они познакомились со стендами всех предприятий. Один из брендов Хакасии – продовольственная компания «Рыбный мир» – постоянно участвует во всех республиканских и межрегиональных выставках. Ее продукция неоднократно становилась лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Сейчас у нас 460 только наименований «Пресерв». А всей продукции, свежемороженой, что вводится в ближайших морях, у нас практически все есть. И остальное, более 1000 наименований. Еще один постоянный участник выставок – фирма «Саян Обувь». В этом году отметила 45-летний юбилей, и к ней в полной мере относится девиз «Сделано в Хакасии». Это, без преувеличения, единственная компания региона, которая занимается выпуском обуви. Продукция нашей фабрики ориентирована на покупателей со средним достатком в возрасте от 25 до 55. лет. Представлена наша продукция более чем 200 видами моделей. И последние наши новинки – это красочная, яркая обувь из войлока, женская и мужская, и обувь молодежного направления из нубук. Выставка будет работать в течение 3 дней. Свои лучшие наработки представят более 100 фирм и предпринимателей из Хакасии.